Более 100 лет исполняется знаменитый «Соловей» – романс Александра Алябьева, дополненный вариациями Михаила Глинки, а написанный на стихи Антона Антоновича Дельвига. Многие современники считали, что «Соловей» посвящен ссыльному Пушкину, а потому резонанс стихотворения был не только лирическим, но и политическим. Родился Антон Дельвиг в Москве в 1798 году в семье генерал-майора, происходившего из рода прибалтийских баронов. Семья была настолько обрусевшей, что Дельвиг даже не знал немецкого языка. В 1811 году Дельвиг поступил в Царско-сельский лицей, где на всю жизнь стал одним из любимейших друзей Александра Пушкина. Рано начал писать стихи, увлекаясь классическими греческими и римскими образцами. Служил в различных департаментах, занимался издательской деятельностью, издавал альманах «Северные цветы» и литературную газету. Был близок к передовым деятелям декабристского движения, хотя сам в тайное общество не входил. Безвременно угас в возрасте 33 лет в 1831 году от огорчения вследствие частых грубых выговоров за направление редактируемой им литературной газеты, которые делал Дельвигу не раз вызывавший его к себе шеф жандармов Бенкендорф. Видный поэт пушкинской поры, он обладал необыкновенно тонким литературным вкусом и прославился своими романсами и песнями. Кроме песен, Дельвиг писал элегии и идиллии на античные темы, которые Пушкин называл удивительными. Ах ты ночь ли, ноченька, ах ты ночь ли бурная, а чего ты с вечера до глубокой полночи не блистаешь звездами, не сияешь месяцем, все темнеешь тучами? С тобой знать, ноченька, и с тобой знать, бурная, как со мною молодцем грусть злодейка сведалась, как заляжет лютая там глубоко на сердце, позабудешь раз.